Бен, а ты как-то связан с Даркнетом? Ты чё, тупой что ли? Я для тебя уже отвечал на этот вопрос! Я создатель Даркнета! Нафига вы задаете этот страшный вопрос? Я не хочу больше у Бена это спрашивать! Пока Бен спит, у нас подъехала новая порция вопросиков для Бена! Ой, Бен, сори, отвлекать тебя не буду. Хотя не, с какого ты фига не буду, ведь я должен задать ему целую кучу вопросов. Поэтому, Бен, у тебя срочный звонок. Ну-ка, трубку бери. Бен. Здорово, Бен, ты рад меня видеть? Жучара. Yes. Сразу же самый первый вопрос для тебя от подписчика. Бен, ты маньяк? Чё ты ржёшь? Ответь мне на вопрос, маньяк ты или нет? No. У меня на самом деле есть такое предчувствие, что он просто пытается меня обмануть. И он на самом деле тот еще маньяк. Бен, это же правда? Смотри, жучара, скрывается. Ладно, Бен, лучше не буду тебя тревожить этими вопросами. Мне тут какой-то ютубер Купик, у которого 1 миллион подписчиков, написал целых 2 вопроса для тебя. Первый вопрос. Бен, а слабо угадать слово вот из этих вот букв? Yes. То есть тебе слабо? Ты не сможешь этого сделать, я правильно понял? Видишь, он вообще самый настоящий нубасик. А мне кажется, что вы, конечно же, с этим заданием справитесь. И прямо сейчас ты видишь комментарий, в котором у нас какие-то засекреченные буквы. И твоя задача просто их отгадать и в комментариях написать то самое слово. No. Ты что, офигел? В смысле нет? Подписчики вообще все напишут. Еще есть второй вопрос для тебя. Бен, все зрители поставили лайк. No. В смысле нет? Они его сейчас поставят? No. Ты че, офигел? Может, все-таки мы с тобой как-нибудь договоримся и зрители поставят лайк? No. Да он жучара! Нифига подобного, я в это не верю. Ты по-любому сможешь взять и поставить лайкос на это видео. Поэтому сделай это, докажи Бену, что он просто пытается нас обмануть. Он еще и угорает, жучара! Ладно, следующий вопрос. Бен, ты превращаешься в экзе в 3 часа ночи? Yes. Реально? То есть я правильно понимаю, что ты становишься проклятым в 3 часа ночи? Хо-хо-хо. Ладно, хоть этот видосик я снимаю днем, и в 3 часа ночи я с тобой лучше разговаривать не буду, хорошо? Вот и я так же думаю. Бен, правда ли у тебя любимый боец из Бравл Старса это генерал Гавс? Yes. А я думал Кольт. Я просто всегда, когда с тобой играю, ты всегда почему-то Кольта берешь. Хо-хо-хо. Так я не понял, Бен или Кольт? Что-то у меня такое чувство, что он пытается меня заскамить. Yes. Бен, а если бы тебя добавили в Бравл Старс, ты бы был рад? Хо-хо-хо. Мне кажется, что он бы вообще счастлив был. Ты посмотри, как он только что угорал. Бен, ты бы был рад или нет? Yes. Вот, я думаю точно так же. Но ну его нафиг! Новый боец Бен в Бравл Старсе. Такого нам точно не надо. Бен, а ты как-то связан с Даркнетом? Ты чё, тупой что ли? Я для тебя уже отвечал на этот вопрос. Я создатель Даркнета. Ой, Бен, прости, совсем про это забыл. Лучше свою газетку читай. Нифига вы задаете этот страшный вопрос. Я не хочу больше у Бена это спрашивать. Ты слышишь, какой он злой, блин, когда ты ему про это говоришь. Бен, читай газетку, я тебя пока не буду отвлекать. 30 минут спустя. Ладно, я надеюсь, то, что он успокоился, и теперь можно ему снова позвонить. Надеюсь, то, что он газетку свою уже начитался, и все нормально. Бен, давай бери трубку. Бен, ты любишь апельсины? No. Апельсины он не любит. А дальше подъехала целая куча вопросов от одного подписчика, и он спрашивает у тебя. Бен, а ты прогуливал школу? No. Бен, ты уважаешь Анжелу? Yes. Бен, ты знаешь, кто такой Хаги-Ваги? Yes. Ну вот он ответил на все твои вопросы. Бен, а у нас тут возникло такое подозрение, точнее у одного из моих подписчиков. Он у тебя спрашивает. Бен, а тебя правда зовут Бобик? Yes. Чего? Бен, ты чё, Бобик что ли? Давай мы Бена в следующий раз будем обязательно называть Бобик. Я думаю, то, что ему на самом деле это даже как-то побольше подходит. Бобик? No. Чё, нет, ты чё, не Бобик? Вот мы тебя и вычислили. Кстати, а если ты хочешь, чтобы я еще задал вопросики Бену, можешь просто написать их в комментариях внизу под видео, ну и поставь обязательно лайк. Если наберется много лайков, то следующее видео выйдет очень быстро. No. Бен, нифига подобного, вопросики я тебе еще позадаю. А у тебя тут серый спрашивает. Бен, а где ты живешь? Ну вот ему нельзя задавать таких вопросов. Нужно что-то у него спрашивать, на что он может ответить да или нет. Бен, ты существуешь в реальности? No. То есть, Бен, я правильно понимаю, что ты живешь только внутри телефона? Yes. Надеюсь, он ответил на твой вопрос. Бен, а еще ты бы нажал на красную кнопку? Если что, подписчик спрашивает про красную кнопку подписки. Ты бы на нее нажал или нет? Yes. Спасибо. И тебе рекомендую тоже на нее нажать, если она у тебя все еще красная. Бен, ты ешь собачий корм?
В смысле? А чем это ты питаешься, я не понял? Тебе что, собачий корм не нравится? А расскажи-ка мне, пожалуйста, что же ты тогда вообще кушаешь? А, фасоль! И чё, вкусно тебе, не? Дурак такой вообще! О, Бен! Ну-ка, хорош рыгать! Жучара! Офигевшая! Он еще тут рыгатню какую-то устроил! Ну-ка, давай успокойся, и эту трубку лучше возьми, и тебе звонят! Бен? Бен, ты крутой пацан! Хо-хо-хо! Бен, ты нубасик? Ну? Ты крутой пацан? Yes. Ну ладно! Хо-хо-хо! Бен, у тебя тут Леонид Андреевич спрашивает! А ты любишь Владуса и Чока? Бен, ты дурак, что ли? И что делать? Он, кажись, просто отказывается отвечать на такой вопрос. Взял свою газету и начал спать. Вообще дурак какой-то. Ня-ня-ня-ня. Сейчас тебе покажу. Вот убери, пожалуйста, газетку свою. Убери газетку, говорю. Так, аккуратненько складывай. И получай по щам. Ты что выпендриваешься, жучара? Ты меня так уже достал. Если ты так же будешь дальше себя вести, то я тебя просто всю следующую серию буду фигарить по лбу и по пузу по твоему. Понял меня? Ой, я что, забыл экран, что ли, выключить? Не подслушивай, тебя звонят вообще-то. Бен. Вам не нужно было это видеть. Бен, а ты играешь в Among Us? Бен, ты играешь в Майнкрафт? Yes. Бен, а у тебя есть даже моды в Майнкрафте? Yes. Офигеть, а чё я не знал, что Бен в Майнкрафт играет? А может быть, я тогда тоже с Беном в Майнкрафт поиграю? No. В смысле, ты офигел, что ли? Я думаю, то, что этот вопрос я лучше задам подписчикам. И если они захотят, то я обязательно с тобой сыграю в Майнкрафт. Я в Майнкрафт зайду, и тебя там найду, и тебе там знаешь, что устрою? Вот я вот так вот просто сделаю, и... Вот так вот тебе там устрою. Понял, да? Бен? Ева спрашивает. Бен, я дура? No. Повезло. Бен, а ты правда? Пришелец. No. Я думаю, что ты просто пытаешься меня обмануть. Это тот еще пришелец. Собака, которая еще и разговаривает. Вот ты в, на обычной земле видел где-то собаку, которая разговаривает на русском языке, точнее на английском, yes and no. Вот и я не видел, поэтому ты пришелец. Бен, а тут еще подписчики у тебя спрашивают, а ты это... Тикток смотришь? Yes. Воу, а он тебе нравится? No. Ты дурак, что ли? А нафига ты тогда его смотришь? Какой-то глупый Бен у нас все-таки. Во-во, и я о том же. Бен, а вот признайся честно, ну ты же... Боишься котиков? No. Че ты мне гонишь? А если я сюда Тома позову, ты его испугаешься? Да мы же знаем то, что этот Бен вообще тот еще сыкуниха, и он по-любому боится котов. Так что мне кажется, что в этом вопросе он попытался нас обмануть. Но у тебя ничего не получилось, понял, да? Вопрос для Бена. Браво Старс или Бабл Квас? Ну-ка, Бен, и что же ты выбираешь? Бравл Старс? Бабл Квас? Yes. Оу, кажется, в Бабл Квас он все-таки хочет поиграть немножечко побольше. Вы что, в очередной раз тоже пытаетесь меня обмануть, что ли? Вот тут подписчик спрашивает. Вопрос к Бену. Бен, кубик мне кубит плазму или плойку пятую? Yes. Бен, ну-ка давай завязывай, ты чё, да знаешь, как дорого стоит, у меня даже денег столько нету. Блин, да если что, я не задавал этот вопрос, надо будет на монтаже не забыть его вырезать. Ладно, Бен, всё, давай, покедова, я пока что пошёл ещё новые вопросики смотреть, а ты пока что вот свою газетку возьми и читай её. Ну а если ты хочешь, чтобы следующая серия вышла как можно скорее, просто напиши свой комментарий внизу под видосиком, как мы с тобой уже и договорились. Ня-ня-ня-ня. А еще, конечно же, не забудь подписаться на канал и посмотреть предыдущее видео, где я в первый раз задавал вопросы Бену. Они там тоже были очень интересные.